Hey, yo, guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Тарантул. Это игра по мотивам одного из фильмов, который также называется Тарантул 1955 года. Тогда фильмы делались еще в черно-белый, поэтому давайте story мод. Посмотрим, что вообще, как здесь все у нас происходит. Universal Entertainment. Типа пустыни. Знаете, эффект шума такой. Ух ты, какой паук, ё-моё. Если хотите посмотреть оригинальный фильм, то посмотрите, он там сколько длится, 2 часа и 40 минут. Тарантула. Режиссеры Джоша Ган, Марк Кордой. Вид осветители. Скринплей. История Мартина. Директор Стефана Гар. Согнали. Такая музыка сейчас, знаете, старая. Так, какой-то афроамериканец в солидной одежде. Так. Это отражение так? Что... с отражением они немного... Так, давайте смотреть. Это мое оружие. Почему он достает топор как меч? Так, у меня есть стамина. Стамина тратится. Стамина тратится. Есть блок. Что у нас еще тут есть? R. Так, это достать. Так, это меню. Снаряжение. И труба у меня еще есть. Это все предметы, оружие, щиты, наверное. Все выглядит под шлема, как вы видите, под такое что-то. Украшение, хилы, 5 хилок. А нифига их тут. Паучков. Помогите. Гараж. Так, могу переворачиваться, бегать. Нифига он прыгает. Так, просто дофига пауков. Типа, пауки мне куда-то указывают? А, все вижу. И что делать? Что делать? А, просто подойти как-то надо. Скрипты работают на... Нифига себе, паук. С размером меня.
Так, мы идем по какой-то тропинке. Ага, есть какой-то дом. Поговорите с парнем. Ну, это ж не мое кино. Там они разговаривали. Даже то есть здесь еще один мужик, которого нету. Там Бэксту Курск. Так, тени нормально сделал. Отражение, да, в минус. Так, знаете, серьезно, это такая атмосферка. Так, хил, наверное, на пятерку, но тут меню нету. Пауки. Идите отсюда. Фигня в том, что я их атаковать не могу. Ага. Так, как я понимаю, я могу как-то наверх, да, запрыгнуть? Давайте с бочки. Я же бочки могу двигать. Надо бочки немного поближе подвинуть. А, так вот еще бочки стоят. Тихо. Ну тут просто пусто. А куда мне идти? Так, миссии отображается? Нет. Вернуться. Давайте я представлю, что у нас эти нужно идти от пауков куда-то. Но этот паук говорит, иди туда. Пойдемте туда. Стамина, конечно, быстренько кончается. О, здравствуй, Бак. Как нам восполнить стамину? Беги и просто используй. Так, я пришел за карту. А что мне сделать надо? Подожди. Может мне мужика это немного пригубить топором? Давайте попробуем. Мужик. Обычный рабочий. Ну блин, а что? Тут ничего нету. Алло, паук. Они, смотрите, они двигаются. Как-никак, но они куда-то идут. Может тут снова какие-то скрипты? Скорее всего, мне нужно идти по дороге. Давайте по дороге побегу. По электролинии, да? Может, я куда-то прибегу? А, вон что-то есть, подождите.
Мне типа сказали вернуться к машине. А, невидимые стены здесь есть. Ну, слушайте, карта, в принципе, не такая уж и большая. Знаете, самое обманчивое то, что у меня на аватарке, я сейчас заметил, где ХП, а стамина. У меня беленький, блядь. А я играю из-за него, а не беленького. Не-не-не, я могу сказать, типа... Ну, там, типа, шапка, ну, это... У него... Верхний уборный... Так, ну, блядь, короче, верхняя уборная одежда... Черная, а у нас белая. Хотя... Ладно, плевать. Поехали. А, у нас минус машина. Так, и теперь мне просто бежать заново, да? Подожди, может, тут уже показывали, где-то паук вылез. Это вообще то хотя бы место? Что-то у меня какие-то сомнения пошли. Паутинка. Знаете, вот самое интересное, то, что они просто стоят, типа, думают, блин, а что с ним случилось? Да, блин, я даже не знаю. На мужика уже паук залез, а тому, ну, посрать, ладно. Огромная паутина, я не знаю. Да хера паутины. Они какие-то... Back to track. У меня теперь есть помощники. Ну что, мужики, побежали к треку нашему? Так, они бегут, хорошо. Это мои, типа, дружелюбные NPC? Так, мужики, поможете мне, короче, дотолкать его, окей? Вон, паук. Под низом. А ладно, не под низом. Спасибо, Кэп. Thanks, Кэп. В атаку! Эй! Кэф. А чё он сразу на меня накинулся? Так, ну мы его убили. Подожди, типа не... Leave the zone, turn to back garage. Так, мужики, побежали, короче, в гараж. Я вот этого немного не понял, то, что он резко повернулся ко мне, начал меня атаковать. У моих ста... Да, а тот решил там, да, остаться? Я понял. Я ни на что не намекаю. Я понял тебя. Вопросы моментально поворачиваются.
Слушай, мне кажется... Я так подумал, нам нужен друг. Может, я типа очень быстро убегаю от них, поэтому они типа за мной не успевают? Приятель. Походу, да, они типа на труп смотрят и все. А, так у них ХП восстанавливается, слушайте. Может, пускай они сами дерутся, а то меня убьют через, по идее, 2000. Я не вижу просто смысла драться с ними, если... Они на меня сами не агрятся. Плюс я могу сейчас просто сдохнуть. А, я понял. Я понял. Не, ребят, вы что-то не отъезжайте. Меня просто зацепило. You find is dead. А, типа мой друг умер? Hello. Серьезно, отсюда? Почему меня атакуют резко? Что? Francis dead. А как мне поступать? Ну типа сейчас вот он меня вообще не атаковал. Почему этот стоит? Пауки странные. И ладно, если я умираю, то все нормально, ребят. А если умирает то мой друг, то это конец игры. Вау. Подожди, а что если я... Вот так вот сделаю. Leave to zone back. Давайте я окольными путями. Вот какой черт он стал? Эй, приятель, пошли. Мы с вами побежим окольными путями и хер знает куда. Ребят, эта игра не на прохождение, это чисто мини-обзорчик. Что вообще здесь есть? Не, атмосфера классная. А, фильм, да, даже есть такой, по фильму снято. Мы с вами сейчас просто пойдем, чтобы на меня не триггерились пауки эти сраные. А чё наш этот идет? Давай бегом. Бегом, 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 давай, давай, давай. Побежали. Чё не встали? Чё ты встал?
Там вообще посрать, он просто спокойненько идет, легонечко. Мы просто тогда второго паука загрели, и поэтому просрали. Я охреневаю того, который медленно, так медленно, но уверенно идет. Просто посмотрите на него. Типа, ребят, ладно, я знаю, что нам нужно бежать, он там пауки и все такое. Ну, понимаете, песок в туфлях. Песок в туфлях. Мы такие. Выходим на работу. Все, пошли. Разберемся с этим делом. Ну, блин, ну мне кажется, у нас перегрузка лучше тогда сразу. Блюм-блюм. Типа они смотрят на паука, но они так же, как и паук, не хотят атаковать. А то я могу переворачивать пауков. И они будут прыгать по воздуху. Ну! Он моего атакует! Все? Мы одолели? Серьезно? Услышите сразу звуки таких? Типа, значит, где-то еще новый зареспавнился. Что происходит? Что вообще в этой игре происходит? Объясните мне. А, я уже играю? То я играю за паука. Что мне делать нужно? Это чё, ворота? Я просто не пойму, а что я делаю? Я куда-то иду. Так, давайте сначала. Это кусать? Я не пойму, куда, что мне делать. Сейчас я выйду на дорогу, ребята, и это пиздец. Я типа притворился мертвым.
происходит? Ох ты ж, ё-моё. Паук чисто в своем мерке. Я просто даже не могу управлять им. А, окей. Мне нужно было просто выйти на дорогу все-таки. Что вообще происходит здесь? Так, эти бегут. Пауков поблизости нету. И у меня опять топор какого-то. Ём. Ага. Кайф. Лучше трубой, труба посильнее будет. Они типа думают, где более безопасное место без пауков или что? Так, ребят, не знаю чё, но мы идем сюда. Пау... Бегас. Вы атаковать не хотите его атаковать? Мы его убили. Я Фрэнсис Дэд. А мне что? Мне что, танковать? Его убили с трех ударов. И опять мне главное топ... дают топор. Нахера мне? Короче, дроп. Дроп. Труба. Акс. Вот, опять его убили, но мне что? И меня убили при этом. Что мне делать? Что мне делать в этой ситуации? И мне опять дают сраный топор.
Меня атакуй. А я умер. Они меня поднимут? Серьезно, главное, чтоб типа они были живы. Ох ты ж, ё-моё. Манать получу. Дестроя. А кто такой из меня? А, все вижу. Понимаете, херня в том, что здесь... А, да ладно. Поворачивать стрелочками. Знаете, вы придумали. Это мне что, сейчас все нужно уничтожить? Вы издеваетесь? О, по ним просто нужно пройтись. Да-да, мне-то все равно. Мы все растопчем. Строя. А, меня убили, типа? Или типа нет? Конец. Universal. Ну, короче, мы с вами мини-фильмец посмотрели. Да, ребят, это все. Ну, что можно сказать? Ну, это типа индюшки, да? Как-то по фильму. Но... Давайте сразу впечатление. Типа, мы уже не оценим, да, именно оценку ставить игре, а просто плюсы и минусы. Из плюсов я могу взять атмосферу, из плюсов я могу взять музыку, из плюсов я могу взять то, что они почти взяли все из оригинального фильма. Из минусов боевка, из минусов наши спутники, если они умирают, то мы проигрываем. Другой минус это сами драки, то есть... Мы просто можем легко отъехать от любого врага. Еще, ну, я хотел минус пауком отнести, но я уже потом понял, что на стрелочке, поэтому этот минус испаряется. Еще из плюсов можно взять это босса, который просто обычный паук, но дамажит сильнее. Из плюсов еще можно взять то же самое, что нам дают поиграть за паука. И, в принципе, наверное, и плюсы, и минусы на этом заканчиваются. Но еще из минусов можно взять то, что заскриптованный момент только срабатывает тогда, когда мы подходим именно в определенную точку. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!